Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Как отметила звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова, ее муж крайне несговорчивый человек. Лешенька, Леш, вот этому 7 лет, ему через 3 года на пенсию. Давай его на даче себе возьмем. Приедем за ним. Пожалуйста. Слушай, нам точно пора ехать. Давай, Леш, быстро, подожди. собираемся. Куда мы опаздываем? Собираемся, быстро, поехали. Пошли. Илюшенька. Пошли, я тебе, это неправильно. Ты не сговорчивый, я что, многого прошу? Хореограф Илья Авербух показал забавный ролик со своей женой, актрисой Лизой Арзамасовой. На кадрах звезда сериала «Папины дочки» сидит около верблюда, буквально вцепившись в него мертвой хваткой. Илюшенька, вот этому 7 лет, ему через 3 года на пенсию. Давай его к себе на дачу возьмем, приедем за ним, пожалуйста. Давай, поехали, ответил на это ее любимый супруг. Без него не пойду никуда, ты не сговорчивый. Я что у тебя многого прошу? Стала умолять мужа Лиза Арзамасова. Илья Авербух сделал приписку, и чтобы желания всегда совпадали с возможностями. И всегда звучал твой смех. Напомним, что Лизе Арзамасовой 17 марта исполнилось 26 лет. Вместе с мужем актриса отдыхает в Дубае. Илья Авербух и Лиза Арзамасова сыграли свадьбу в конце прошлого года. До этого они на протяжении нескольких лет скрывали от широкой общественности свой роман. Разница в этой паре составляет 21 год. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.